Донорство – это про жизнь. На один день областная станция переливания крови переехала в музей западного и восточного искусства. Желающих познать искусство доноров под классическую музыку оказалось достаточно. Проєкт мистецтва донорства покликаний зробити донорство красивим та привабливим. Дуже багато людей боїться лікарняних стін, їх напружують білі халати, а музей – це незвичне, красиве місце, де можна здати кров в творчій атмосфері. Дуже багато донорів приходять до нас вперше саме на такі акції і відмічають, що подібний формат допомагає розслабитися та відчувати себе невимушено. Адміністрація музея неспроста із всіх залів вибрала іменно поміщення, де раніше розполагався домашній театр. Акустика, світ, картини кінця 16 века – це лучша атмосфера, яку могли створити сотрудники музея. Ми знаходимося в дворці Базы, де изначально здесь был домашний театр. Поэтому здесь прекрасная акустика, здесь сцена. И когда ребята сказали, что хотят, чтобы было сопровождение музыкальное, мы исходили из того, что это прекрасная акустика, это театр, повторюсь, это свет, это прекрасная работа. Одни из лучших работ нашей коллекции. Проект объехал уже 4 города Украины – Ужгород, Житомир, Харьков и Днепр. Но организаторы рассказывают, что такой активности, как в Одессе, не было нигде. Под звуки музыки и картины Франческо Граничи сдали кровь почти 50 горожан – доноры со стажем и дебютанты. Вообще, я первый раз. Я всегда хотела, а тут пришло мне письмо с ивентом и решила, почему нет. Я считаю, что это красиво, уместно, и почему бы и нет. Два раза в год, да. Сегодня 36-й раз. Я посчитал, у меня аж есть книжечка донорская. Я сдаю на день рождения вообще, и на день донора. Ну а вот сегодня, не дождавшись дня рождения, 5 дней, новое такое мероприятие, решил посмотреть, как здесь это все поучаствовать. Готовиться к сдаче крови нужно в обязательном порядке. При этом подготовка несложная. Чтобы подойти со всей ответственностью к процедуре, нужно соблюдать несколько правил. За 3 дня отказаться от медикаментов, жирной, жареной и молочной пищи. Также исключить алкоголь за 48 часов и за 4 часа перед сдачей не курить. Каждый донор, он должен заранее готовиться к донации. И если не соблюдать это, то может пойти немножко не по плану. У меня кровь была очень густая, и у меня забрали с этой руки, потом не могли, то есть пошли какие-то проблемы, меня переложили, забрали с другой руки. Отмечу, донором может быть каждый желающий от 18 лет. Вес человека должен быть не менее 50 килограмм, иначе забор крови может быть опасен для здоровья. А еще желательно пройти соответствующее медицинское обследование. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».